Всем привет, с вами Тоа, специально для канала SceneForge. Мы продолжаем проходить Fallout 3. И сегодня я займусь минным полем. Задание, в принципе, не сложное, нам нужно... Ай-яй-яй! Так. Мины разминировать несложно. Подходим к мине. Нажимаем на Е. После этого, когда перестает мигать... Красная лампочка, можно подобрать мину. Мин здесь до хрена. Зайдем в дом, посмотрим, что здесь есть. Так. Ага, рейдер. Патроны. Книжки. Вот домик. Очень нужная штука. Я не знаю, что там, но я всегда мечтал сломать эту хрень. Вот. Современные замки. Так, нужно починить экипировку. И... Ух, сколько пистолетов-то. И прочитать книжки. Или все-таки лучше не читать? Нет, пока не буду читать, потому что там есть... штука такая, как увеличение опыта за прочтенную книгу, поэтому я немножко потерплю. Ладно, хрен с ним, с этим домом, хрен с этими рейдерами сразу. Так, подлечимся, молясь. И еще одна мина. Блин! Кто-то по нам лупит. Понятно, правда, пока что кто. Но мне кажется... Ух, блядь. Вот это хуйнуло, так хуйнуло. Так, так, так. Блядь, парень тут тебе еще. Грёбаный дедан, чё ж тебе надо-то? Вон там... Есть дедан. Со снайперской винтовкой. Вот он. Арканзас. Вообще непонятный дедан. Лупит по нам из снайперской винтовки. Определенно агрессивен. Имечко стрёмное. Кому он там стреляет? Вообще вроде нет никого. Ай, блин. Ну чё, посмотрим, кто из нас... Не, ну вы видели. Как надрал вам жопу вообще. Он и на мину не наступить. Если наступить, то пробежать мимо нее. Так, надо включить подсветочку. Не видно ни хрена. За обезвреживание ловушек. Ай, блять, ловушек, мин нам дают опыт. Ай-яй. Что-то я туплю вообще. Ноги, руки оторваны уже почти что. Все нормально, более-менее. К врачу я сейчас ходим. Вот я это редко делал. О, башка Арканзас. Снайперская винтовка, патроны, ключ от дверей минного поля. И одежда поселенцев. Так, так, так. Что ж тут все есть? Петарда, костыль. До хрена. Бита. Нахер она мне нужна. Пойдем наверх. Там патроны были. Интересно, все-таки по кому он тут стрелял? Ай! Блин, немножко лагает, поэтому я грохнулся. Так, 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 так. Да, бит.
открывается прекрасный. Ай-яй-яй. Давай, открывайся. Эх, сука, грёбаный замок. Да чтоб тебя. Ладно, сейчас я. Так, я вскрыл ящик, получил следующий уровень. Так, наверное, что мы прокачаем? Без оружия. Так, тяжелое оружие, что тут? Толстяк, гранатомет, огнемет, миниган или гатлинг лазер. Нет, в пизду нам до тяжелого оружия, как до Китая раком. Поэтому мы прокачаем ремонт, медицину немножко, взлом. Прям хорошо так взлом покачаем. И одно очко. Да, отлично. Прилежный ученик. Хм. Так, наверное, все-таки возьмем прилежный ученик. Или образованный. Блин. Ладно, все-таки выберу образованный. Отлично, патронов до хрена. Все взяли. Все сваливаем, короче, отсюда к морю. Давай. Ну-ка, пойдем награду получим заодно. Будь я проклят! У тебя получилось! Тебе удалось ее разрядить. И даже награды не просишь. Черт, а почему бы тебе тут не поселиться? Вот ключи и дарственное на пустой дом. Теперь ты житель Мегатонны. И, кстати, поговори с Мойрой, хозяйкой магазина на кратере. У нее всякого барахла навалом. Она поможет тебе обставиться. Угу. Короче, я, молясь, тупанул. Бабло мне не дали за то, что я обезрезал бомбу. Ну да, и хрен бы с ней. Да? Так. И все будут ослеплены его... Опять эти нытики. Так, снаряжение. Оружие... Продам, короче, половину. Если не все. Все, идем продавать. Хотя нет. Сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Ладно, разберемся там у нее. Блин, похоже, придется опять ждать. Да, блин. Терпеть не могу ждать в игре. Все, открывай. Привет. Таро, вы что здесь делаете? Мне нельзя разговаривать с незнакомцами. Как там маленькая горячая картошечка? Ну, знаешь, они же в земле как картошка. И горячие, потому что... взрываются? Блин, ну ты тупая. Ну да ладно. Как дела-то? Ништяк вообще. Так, мне удалось пройти все минное поле, даже захватить тебе подарочек. Ура! У меня есть фугас. Всегда хотела такой. Ну, то есть с тех пор, как послала тебя за ним. А теперь рассказывай, как это было пройти через минное поле. Каково это обезвреживать мину? Так.
весь город одна большая ловушка, там внутри был снайпер, словно меня ждал. Значит, там есть кое-что посерьезнее призраков, да? Ну что же, у тебя отлично получилось не растеряться и сохранить самообладание перед лицом угрозы. Отличный пример для книги. Понимаю, тебе вряд ли хочется снова иметь дело со взрывчаткой, но теперь ты в этом кое-что понимаешь, думаю. У меня тут есть пара игрушек, на черный день отложила. Вот, кстати, эта мина натолкнула меня на мысль. Это, конечно, ужасная штука, которая делает с людьми ужасные вещи, однако ее совсем не трудно сделать самому. 4 осколочных гранаты, схема крышка мина. Отлично. О, да, отличная работа. Сейчас мне нужно только добавить часть. Раздел «Как готовить крыс», и глава готова. Вот, у меня осталось немного стимуляторов. Пользуйся, они еще могут тебе пригодиться. У нас целых 2 главы впереди. Давай-ка начнем работу над следующей главой. Думаю, вторая глава будет немного позаковыристее. Я расскажу, как разбираться с животными на пустошах по-добру или как получится. Например, как бороться с кротокрысами, кто такие болотники, а если избежать схватки не вышло, что делать с ранениями. Так что давай возьмемся за работу и приступим к этой главе. С чего начнем? Да с чего угодно. Так. Ладно. На этом, наверное, все-таки я прервусь. Немного прервусь и минут через 5 продолжу.